Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, сегодня воскресенье, совсем немножко остается времени до понедельника, поэтому, ребята, сегодня нужно поднажать. Так, ну что, забираем с тобой, во-первых, награды наши, которые здесь у нас доступны. Смотрим сразу на арене, где мы находимся. Лига мастеров, 2 звезды, 47-я позиция. Это очень плохо. У меня всего 10 откатов, но есть доллары. То есть нам вот сегодня именно нужно пробиваться в топчик, сам понимаешь, почему. Вот, потому что начинается, во-первых, у меня рабочая смена сегодня в ночь. И завтра в ночь, поэтому, как бы, надо успеть пробуститься здесь. Все доделать, что не успели. И чтобы понедельник у нас, как говорится, прошел отлично. Чтобы мы были на первом месте, соответственно, получили все свои кристаллы. Ну и все свои награды по фулочке. Так что, друзья мои, сейчас мы с вами сделаем нормальное дело. Должны обязательно зайти в топчик, плюс потратить весь сыр, но это как бы уже второстепенная, да, задача. Главное выиграть все-таки на арене. Так, ну что, на какую позицию мы с тобой перемещаемся? И это 36-я. Получается, всего лишь на 11 ступенек мы продвинулись. Не очень, конечно, много. Ну, на таких высоких рангах, в принципе, ребята, это норм. Это норм. Будем брать с тобой в разносол. Тут уже, как говорится, без разницы. Главное, чтобы у нас было два мощных бойца. А это обычно у нас Супер Шреддер и еще кто-нибудь. И вместе с ним уже в придачу идут какие-нибудь новобранцы там или такие полуэлитные бойцы. Потому что, в принципе, мы здесь двумя этими персонажами будем всех разбирать. Так, ну, самое главное, чтобы зайти на топовое место. Так, с 36-й позиции мы с тобой прыгаем на 21-ю. Сейчас вот неплохо мы, так сказать, скаканули. Нет, давай 17-24. Главное, до этого было, и они мне, хоп, опять дают такие 17-23. Типа я не увижу, да, разницы? Да, конечно. Так, берем с тобой Усаги. Переходим, раз, два, три. Отыграем этих бойцов, наших самых слабеньких. Ничего страшного не будет. Они не погибнут, можешь не волноваться. Как говорится, Супер Шреддер этого не позволит, а тем более тут еще и Усаги. Такие оба бойца, которые вешают постепенно урон, и ничего ты против них уже не сделаешь. Усаги, ну что я могу тебе сказать? На троих, а, на четверых повесил. В принципе, неплохой результат. Они уже не жильцы. Естественно, даже если бы Супер Шреддер их не добил бы, постепеночка будет точно их ушоркала. Ну что же, давай двигаться дальше. Я думаю, где-то позиция, наверное, 11-12 сейчас должна быть. Это как пить дать. Может, даже 7-8. Нет, 9. Ну, в любом... Кстати, жетоны, ребята, жетоны мы с вами... Точнее, монеты насобирали. А если монета у нас есть, значит, что мы делаем? Конечно же, приобретаем ДНК. Так, секундочку. Давай, наверное... Так, так и вот так. Супер Шреддер спокойненько, спокойненько отыграет вместе с этими. Тут у нас полуимбовые ребята. Ну, хотя, Бакстера Стокмана сегодня надо... прокачать до соточки. Я думаю, ты со мной согласишься, да? И как раз мы с тобой, наверное, там уже накопили мутагена. Так, тихо, ребята. Не понял, почему это у нас Бибоп без постепенного урона, а? Прохлаждается, вот скажи-ка мне на милость. На-ка. Вот и все. Что и требовалось нам доказать. Так, продвигаемся далее. Сегодня будет быстрая довольно такая игра. Ну вот, мы с тобой уже в Лиге Мастеров. 98-я позиция. Откатов у меня 7 штук. Мало, на самом деле, откатов. Если мы будем даже брать Супер Шреддера и вместе с ним... Раз, два, три, четыре. Ну, сколько мы тут еще протянем, если не покупая? Ну, боев трое-двое, вот как-то так. Загрузил бомбочку. Ну, естественно, здесь бомбочка вообще ничего не зарешала. Он даже почему-то замедляху ни на кого не повесил. Да? Ну, а здесь уже все, это не жильцы. Постепенный урон, плюс у них очень мало хп. Плюс пробивной от Криса Брэдфорда. Ну, а тот погиб от постепенного урона. Замечательно. Так, с 98-й позиции, я думаю, где-нибудь на 88-ю это мы прыганем. 87-я, еще лучше. Так, двигаемся дальше. Берем вот эту команду Супер Шреддера. Берем. Раз, два. Тут уже опасно брать.
Тут уже опасно брать, потому что 71 уровень, естественно, сфейлится. Поэтому давай тогда, ну, вот такую команду возьмем. Фиг с ним. Ничего страшного, что здесь у нас Джастин и Железноголовый. Пускай они отыграют спокойненько. Так, Усаги крутит. Отлично. Хоть кого-нибудь он еще может вырубить с одного удара. Это радует, на самом деле. Все. И мы с тобой продолжаем. Сейчас где-то у нас с 87-й, я думаю, 76-я, наверное, будет позиция. Да? 75-я. Почему я не угадываю, а? Буквально на одну единичку. Тихо, тихо, нет, 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 нет. Эту команду я брать не буду, вот эту я возьму. Там был Майки, поэтому, ребят, я сделал, как говорится, бэкап. И решил просто другую командочку выбрать. Уж чуть было не поставил на автобой. Автобой здесь ни в коем случае, ребят, не ставьте, иначе они начнут бомбить обычными атаками, а это, соответственно, фейл. Тыч. Угу, и добивает у нас Армагон валуном. На. Все. Отличненько. Ну что, 75-й, я так понимаю, на 64-ю, да? Перемещаемся. Показывайте мне 63-е. Ну вот, последние два отката тратим. Берем Супер Шреддера. Плюс возьму Леонардо. Так, слушай, у нас здесь вот еще бойцов еще хватает, на самом деле, поэтому ничего страшного нет, и мы с тобой успеем все-таки зайти в топовое место. Так, ну что, погнали. Начинает Супер Шреддер выпускать свою волну клинков. На всех повесил абсолютно по степенку. Ну, а Леонардо, естественно, всех добьет своей вертушкой. Четенько. Никто из них, естественно, даже больше сходить не смог, да и не нужно. Наша задача — получить как можно больше кубков за большее количество наших персонажей. Так, 51-я, да? 51-я позиция. Так, секундочку. Берем, покупаем с тобой 10 откатов. Так, что же еще хотел сделать? Я хотел зайти в магазин, в предметы и купить, да, 100... Не 100, а 3 ДНК. А по жетонам, у нас пока маловато. 530. Ну, может быть, сегодня на фарме. Но мы, кстати, можно фарм даже прям сейчас и замутить. Так, что мы будем с тобой добывать? Кожеголового. Ну, давай попробуем. 8 осколков серебряных, 3 золотых. Кожеголовый, 3 штуки, ребята. Отлично. Дальше у нас здесь что нам надо? А, здесь нам ничего не надо. Нам надо вот здесь, у сплинтера, попробовать вытянуть кунаичи. Это, конечно, очень сложно. Так, 30 жетонов. Еще 3 жетонов. Книжка. 3 доллара. И все, ребят. Сыр закончился, но зато у нас есть жетонов, по-моему, достаточно, чтобы приобрести. Ну-ка. Да. Ну что, друзья мои, Рокстеди? Да, наконец-то ты дождался того самого момента, чтобы перейти в золотой ранг. Ну, пока, естественно, он получает 4-ю серебряную звезду. Погоди-ка, а что мне нужно будет сейчас делать? Мне нужно будет его прокачать до какого-то уровня. Да какого только не помню, до 60-го, что ли? А, нет, все, можно его поднимать. Так, всего у нас хватает. Всего хватает, поехали. Та-дам, все, ребята, все, наконец-то Рокстеди у нас переходит в золотой ранг. И нужно будет теперь на него, дофига чего нужно, на самом деле. На него нужно будет очень много найти еще ДНК, но это уже будет последний, и тогда мы его сможем перевести, естественно, уже в платиновый ранг. Вначале full gold звезду, а потом уже в платиновый ранг. Так, ладно, это все заберем и продолжаем поединки на турнире.
Поехали. Так, 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 так. 10 откатов. Ну, что я тебе скажу? 10 откатов — это 5 поединков. Не так, конечно, много, как хотелось бы. Но, надеюсь, нам 5 поединков хватит, чтобы занять первое место. Мы по 10 ступенек с тобой пролетаем. В данный момент мы на 51-й, да? Насколько я помню. То есть тютелька в тютельку мы с тобой уложимся. Так, давай, Армагоша, добивай их всех. Дыч. Готовы. Так, и сейчас мы посмотрим. А с 51-й, да? 51-й же. Да, с 51-й мы прыгаем на 42-ю. Что-то тут поменьше нам дали, кстати. В принципе, я не переживаю. Если надо будет купить еще откатов, мы обязательно с тобой купим. $250 стоит 10 откатов. У нас, как ты видишь, $852 есть в наличии. То есть мы можем с тобой еще купить, ну, достаточное количество, чтобы занять первое место. То есть в любом случае сегодня оно будет. И никуда они от нас не денутся. Как бы игра не сопротивлялась, как бы она мне не вредила сегодня, все равно у нее ничего не получится. Так, отлично. Здесь мы с тобой ушатали этих ребят. Ну и, конечно же, продвигаемся дальше. Давай, давай, быстрее. Так, 42-я позиция, это будет, я так понимаю, 31-я должна быть, по идее. Ух, 26-я. Слушай, вообще, нормуль так сиганули, если честно. Давай, раз. А, давай... Два. Ну и здесь вот так вот. Не обязательно там идти в самый конец и брать самых слабых. Тут главное, чтобы была фулл команда, и все. Ну что, поехали. Так, Усаги разбушевался. Отлично. Так, Шреддер, ну, добьет, конечно, добьет. Тут даже и говорить не о чем. Все налицо, друзья мои, все налицо. И мы с тобой продвигаемся дальше. Остается совсем-совсем чуть-чуть. Буквально. Ну, если не поединок, то максимум это два. Как раз у нас два отката. Точнее, откатов у нас 4. Это получается на 2 поединка. Так, 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 все. Поехали. Ну и больше нам как бы нечего делать. Единственное, что все вот эти вот мутаген, которые мы с тобой накопили, да, за эти дни, я слил на Рокстеди. Да. Я немножко лопухнулся, я думал, что надо Рокстеди прокачать именно до какого-то определенного уровня. Нет, надо было просто зайти, выйти, зайти, опять же за него. И, как видишь, просто надо было повысить ему уровень. Даже не уровень, а ранг. Ну да ничего страшного. Так, ну какая позиция? 4-я, все, последний, заключительный на сегодня бой. Армагоша плюс Супер Шреддер. Ну и плюс вот эти вот. Давай Ксиеромонтуса возьмем. Погнали. И получается, что делать нам больше нечего. Единственное, что надо будет пройти ежедневки, так как мы их сегодня еще не трогали. Мы сразу рьяно рванули с тобой на арену. Оно дело и понятно, что арена тут как бы все-таки превыше и главнее. Так что давай, все, занимаем свое тепленькое законное место. И будем здесь уже сидеть. Так. Ну а мы идем дальше с тобой на ежедневке. Во-первых, пройдем серию испытаний. Раз, два, три, четыре, пять. Серия испытаний проходит у нас на одном дыхании. Так, Сиеромонтуса надо попробовать. Ага, не двойной атаки, поэтому мы его уничтожаем. Но зато мы его заблокировали. Заблокировали, то есть он не сможет здесь сделать какие-то суперудары. Мы еще вот так вот сделаем ракетами. Тырич. И консервную банку мы добьем. Переходим с тобой на вторую волну. И тут у нас нейтрализатор, Джастин и Пиццелиций. Можно сделать проще. Взять провокацию. Плюс... Так, ну давай клинки бросим. Отлично. Плюс добивочка. И валунчик.
Вот и все. Этого было достаточно, да? Для того, чтобы пройти серию испытаний. Окей. Побежали. Выходим. Здесь забираем награды. Так, сразиться в боях. Ну, в боях сразиться, это сам понимаешь, да? Просто-напросто нам нужен Донни. Навыки. И ищем с тобой вот эти вот 6 комиксов, которые нам не достает. Один нашли. Второй. Так, пока только 2 комикса. Сейчас начнет, да, выпендриваться. 3. Ну что ты, ну 4. 5. И последний комикс находим. 6. Все, ребят, 6 комиксов нашли. И не прокачиваем, потому что у нас не хватает мутагена, прикинь. Вот тебе раз. Так, а здесь нам не хватает с тобой одного пульта. Ну, пульт-то, я уже думаю, найдем. По Шурику-то. Вот, ребята, у нас есть и пульт. Здесь 1000 мутагена. Прокачиваем до 2-й ступени. Так, у нас здесь все при своем осталось, да. Ну что, нам нужно будет потом мутаген с тобой найти, и все. И можем прокачивать дальше. Фух, ну вроде бы как на сегодня, друзья мои, все. Что хотел успеть я сделать, я сделал. 5 откатов, 18 монет, 887 долларов. И ждем с тобой уже отката. Ждем понедельника, ждем буста. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасает всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков, ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашу команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя.